Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Похолодание идет к нам усиленными темпами. Заметно понизилась ночная температура, а вот днем по-прежнему тепло. Это отличительная черта поздней осени. Итак, завтра на нашем севере до 15 градусов выше нуля. Переменная облачность без осадков. Ночные часы морозец до 3 градусов и заморозки на почве до минус 5. И также в утренние часы ожидается туман, так что будьте осторожны. В Дубосарах и Григориополе до 16 градусов со знаком плюс. Переменная облачность здесь тоже без осадков. Ночью температура понизится аж до 2 мороза. Те же заморозки на почве ожидаются и туман в предрассветные часы. На юге картина абсолютно похожая. 14-16 выше нуля. Переменная облачность. Ночью температура скатится до минус 2 градусов морозец. И на почве тоже заморозки до минус 5. И туман на дорогах. Будьте осторожны. А вот в последующие сутки без изменений. У меня на это все. До встречи.